Мир вам, дорогие зрители. Наверное, многие из вас знают, что в городе Иерусалиме, старом городе Иерусалиме, есть четыре квартала, один из которых это армянский квартал. Ну, там христианский, мусульманский, еврейский тоже, да? Но мало кто знает, что в армянском квартале также есть и армянские улицы. Это улица Армянской Патриархии, улица Святых Яковов, улица Арарат, а также улица Ангела, которая впритык рядом с монастырем Святых Архангелов. От этого вот эта улица называется Ангелы. Также есть улица в новом городе в честь королевы, царицы Елены, супруги армянского царя, святого царя Абгара. Об этом у меня про нее вообще есть видео, я давно вот выкладывал. Вот ссылка выйдет где-то вот здесь в углу, может, вот обязательно посмотрите, кто не видел. Ну, отмечу, что до того, как во время английского правительства до Израиля эта улица называлась в честь армянской королевы Иерусалима Милисенты. Так что, когда эта территория стала Израилем, под Израилем, то поменяли улицу, назвали в честь этой царицы. Ходил по улицам, снимал, так что, как получилось, смотрите, сами решайте. Отмечу, что музыку часа два подбирал, пользуюсь платным сервисом Epidemic Sound, и вот эту музыку скачиваю оттуда, чтобы не иметь проблем с авторскими правами. Может, кому-то эта музыка понравится, кому-то нет, но, надеюсь, не будете судить строго, и в итоге получилось то, что получилось. Вам приятного просмотра, спасибо вам и храни вас Господь.
Thank you.